страшно? Мне да. Потому что сейчас будут играть Virtus Pro. Всем еще раз огромный привет, доброго вечера всем, кто меня смотрит. Если вы живете в Украине, то у вас еще не так поздно. В Европе у вас вообще еще вечер. Ну а если вы живете в Москве, то уже достаточно, ну, поздно, но не слишком. Не слишком. Самое время для доты, короче. Virtus Pro против Empire, не только про лига. Надо хоть ради приличия узнать, что это за вообще этап. На какой стадии они встретились. И что ждет, в общем, дальше. Итак, это... А непонятно, что это за этап на самом деле. Но постараюсь я это сейчас быстренько уточнить. А тем временем врываемся в игру. Итак, Team Empire в составе Скандал, Mac, Always Wanna Fly, One Score и Silent против Team Virtus Pro в составе Light of Heaven, NS, God, Arzard и Standing Прививочка. Прививочка, поговаривали, что это... Что Виджастик сегодня должен играть. Но сейчас мы посмотрим, в общем, кто это играет. Никнейм знакомый, может быть, это как раз-таки его смурф. Ну, в общем, что могу сказать? Первая игра ВПС с момента, как они попали, как они кикнули Габлака и Резолюшена. Это четвертьфинал. Это четвертьфинал четвертого кубка. Победитель сыграет с Evil Genius. В верхней половине сетки Fnatic Speed. Ну, Single Elimination. Верхняя половина, имеется в виду другая часть. Fnatic против Speed и Evil Genius против победителя этой пары. Best of 3. Ну и, в общем-то, что можно сказать про Virtus Pro? Говорили, что NS это вообще главный машинатор всея СНГ и... это было после Кика Дреда, но на самом деле, поверьте мне, Lost Machinator еще похлеще. Буквально там месяц назад он пришел в эту команду, и вот уже он навел свои порядки. Минус Габлак, минус Резолюшен, Lost на капитанском слоте, и делать будет он все, что пожелает. Ну, в принципе, что можно про это сказать? НС... Я думаю, что навряд ли против, потому что не хотел он играть на роли капитана и как раз таки думал, кому бы ее сбагрить. И вот приходит человек, который просто сам вырывает буквально поводья. Ну и на пике Lost посмотрим. Скорее всего, на кэрри будет тоже играть Lost. Забирают Virtus Pro Веспа. Посмотрим, чем ответит Империя. Это Бэтрайдер и Лайфстиллер. Так вот, Lost, скорее всего, будет играть на кэрри. God в миде. Судя по тому, что я слышал про Virtus Pro, опять же, официальных матчей не было, но Арзар должен играть на хардлайне. С его агрессивным стилем это вполне неплохо. Ну и НС с прививочкой на суппорте, собственно. Так, одну секунду. Нужно мне кое-что сделать. Ну, в общем-то, отвлекаться от игры мы особо не будем. А, собственно, занялся я тем, что просто-напросто открыл Steam и посмотрел, кто же прививочка. Ну, в принципе, память меня не подвела. Действительно, такой игрок был. Ну, а точнее сказать, игрок с таким смурфом. Это никто иной, как Виджастик, бывший игрок команды IC Cup из Белоруссии. Поговаривали, что последнее время играют Virtus Pro с Клиффом, таким олдскульным дотером, но мы видим, что Виджастик. Виджастик сейчас играет на замене. Кстати говоря, 17 числа стартовые матчи Dota 2 Champions League, на которых должен был быть анонсирован пятый игрок. Но эти разговоры велись между организаторами лиги, и велись они с тем учетом, что
Virtus.pro определяться с этим пятым игроком, поэтому пока что я бы не спешил Виджастика приписывать в основной состав, пока что это стендинг. Я думаю, что если все будет хорошо, то этот стендинг останется в качестве игрока основного состава. Но думается мне решать будет прежде всего Lost. Ну и также посмотрим на Арзарта, на Харди, который вернулся в Virtus.pro спустя месяц после того, как его кикнули. Вообще эта ситуация, конечно, бредовая просто. Ну не бредовая, но нелепая какая-то. Много говорю про ВП, да потому что, в принципе, это команда, вокруг которой плетутся в последнее время интриги. Про Империю особо-то и говорить нечего. У Empire все хорошо, они собрались где-то тоже месяц назад. Может быть, чуть больше, да, полтора месяца, ну, как раз после Интернешнала. Начали вместе играть, у них начало все получаться. Долгое время играл на замене Мак, его взяли в команду, на замене Флай его взяли в команду, потому что все, Empire получалось, играть им друг с другом нравилось, и нравится до сих пор. Очень, как сказал там Ван Скор в своем интервью, команда, у которых нету таких суперзвезд, но... Нету суперзвезд, нету большого ЧСВ, и играть друг с другом приятно, никто ни на кого не кричит. И, в общем-то, в этом, я думаю, главный успех данной команды. Ну, я уж опущу тот факт, что просто отличные игроки, потому что по-другому они бы и не играли на профессиональном уровне. Итак, Виз плюс Хаос Найт, Банни Дум, в Банни Сирена, Элдер, Титан и Клокверк. Ну и Тим Эмпайр забирают Баунти, Бэтрайдер, Лайфстиллера. Таких трех сильных героев мы уже видели... Нечто подобное в игре от Альянсов, и их пик, скажем так, порадовал своей агрессией. Но у ВП простая сейчас задача. Им нужно обеспечить Виспу спокойное начало. Да, и вот забирают Бэйна против Лайфстиллера, дополнительная контра. Ну и вообще, в принципе, неплохой герой. Пока что пик Лоста выглядит очень неплохо. Интересно, как Empire пойдут вообще... против Виспа играть, но в принципе триплу стоять не обязательно, потому что есть Баунти Хантер, у которого пятерка армора по дефолту, и у Виспа 0 армора. Он просто может Виспа гонять в лесу и не давать ему отводить, не давать получать экспу. С одной стороны. С другой стороны есть Бейн и Хаос. И одно неверное движение, и просто Рифт, Стан, либо Слип, там, Рифт, Стан, Брейнсап, парочку автоатак, и Баунти Хантер отправится в таверну. Чен забанен был во второй стадии банов. Хорошее решение. Чен бы въезжал под Виспа отлично. Напомню, что когда начал входить в моду Висп, его играли прежде всего с Ченом и с Котлом. Потому что это были, ну, это было наиболее такое оптимальное начало для Виспа. Да, всем привет! Болельщикам ВП, которые пришли посмотреть эту игру. Всем привет болельщикам Empire. Поздравляю вас с победой над RockSkiz. Отличная была игра. Я застал только третью, к сожалению. Но третья была просто шикарная. Итак, Рубик от Team Empire. Ну что, у Empire остался еще один саппорт. У них есть хардлайнер, кэрри и соло-мидер. И один суппорт. И остался у них еще один суппорт. И в принципе... Да, вот Virtus.pro забирают Дарксира. Ну, у ВП тоже хороший пик получается. Здесь и драки, и неплохие линии. Ну и Virtus.pro остается соло-мид. Соло-мид против Бэтрайдера. Что это будет? Ну, достаточно интересно вообще. Может быть, какой-нибудь шторм. Говорят, что Twitch не грузит, но вроде бы все должно быть нормально. Квапа улетает в бан. Вроде никакой особо великой нагрузки. Да, это Виджастик. Это Виджастик, но мы уже, в принципе, все сказали. Нагрузки на Twitch быть не должно. Итак, Квапа в бане, остается Шторм еще, как вариант. Ну, в принципе, Шторм это самый такой, наверное, оптимальный вариант. Да, говорит, вот он тот самый синий пик. Ну, такой синий висп, два фиолетовых героя и один красный. Тимберсо в бане от Virtus.pro.
Да, Тимбер очень неприятен Хаосу и Виспу. Это... Энигма. Лесничка забирает Империя. Ну что, теперь у них есть очень сильный лесник. В общем, они быстро вынесут свои артефакты в начале. К 10-й минуте они могут иметь Бэтрайдер с Блинком, Энигма с Мекой, Лайфстиллера там с какой-нибудь, с Фейзами, плюс еще там пол Армлета собранных, Баунти и Рубика. Ну, Баунти, Рубик что нафармят. Но в любом случае артефакты у них будут солидные. Что будет у Virtus Pro, пока непонятно. Ну, у них тоже как бы есть Дарксир, который может качать лес. Есть трипла, на который Виз будет отводить, и Бэйн будет гонять Баунти, скорее всего, так. Фармящий хаос, остается соло мид герой. Для ВП Сларка. Ну, кстати говоря, Сларк был бы интересен здесь, действительно. Ну, посмотрим, что пикнет Лост. Лост такой вообще консерватор. Это Шторм Спирит, да. Ну, в принципе, еще за два пика до него мы заговорили. Не потому что... Ну, потому что это самый такой дефолт. Пак, Шторм и Квапа. Три самых дефолтных соло-мидера. С каким-то магическим прокастом. Квапа была в бане, Пак был в бане. Так бы, конечно, пикнули Пака, я думаю, прежде всего. Ну, в итоге забирают Шторма. Пусть так. Итак, Шторм, Дарксир, Бэйн, Висп и Хаос против Лайфстиллера, Бэтрайдера, Баунти Хантера, Рубика и... Энигма. Let's go. Ух ты, мышка не выезжает за край доты. Зато микрофон упал. Надеюсь, не оглушил никого, пока ловил микрофон. Так, этого нам не нужно. Бомбит. Да, НС играет под ником Бомбит. Ну, я не знаю, это такое существо какое-то. Великий российский Бомбит. Либо это то ощущение, с которым НС обычно играет в доту. Ну, я бы его больше к старому составу Virtus Pro с Иллиданом, Кси и Крейзи. Вот там действительно НС играл все время под таким никнеймом. Если не по факту, то по тем ощущениям, которые складывались. Бомбит и ничего с этим не сделать. У Light of Heaven вместо головы какой-то топор, я не знаю, клюв, сапог на голове. Очень похоже на то, что будет соло мид, не соло мид, а дабла мид хаос в миде. Дабла мид хаос в миде. Висп хаос в миде, конечно, боже мой. Против Бэтрайдера. Ну, вообще, да, тут Бэтрайдер может плотно приехать. Да, у НС уже, видите, уже пошел капс. Игра еще не началась, а НС уже капсит. Причем из-за того, что в его же команде паузят. Представляете, что было бы, если бы там Макс сказал, секундочку, там, подождите. Мне кажется, он бы просто ливнул. Как относишься к заявлениям, что НС... На НС, на самом деле, вот то, что НС действует на ВП деструктивно, то, что он там что-то кричит, то, что он там недоволен, это все в прошлом. Это все ушло со старым составом. Сейчас НС, он... ну, как я написал там, когда я писал про ВП, он бегает, ставит варды и ждет, когда команда развалится. Ну, я надеюсь, что не в этом составе, что в этом составе все уже будет, наконец-то, это уже какой-то хоть более-менее окончательный состав, ну, потому что уже просто сил нету терпеть. Дайте нам хоть каких-нибудь Virtus Pro, пусть они там играют, хоть как-то. Итак, Гот отправляется на нижнюю линию под прикрытием Бэйна. Кстати говоря, неплохо придумали, потому что здесь Висп сможет отводить на мид.
В принципе, Бэйну будет гораздо легче отводить против Баунти. Обратите внимание, вот просто Висп. 500 хп, Бэйн 600 хп. Ну, сотка хп, да. У Виспа 48 атаки, у Бэйна 60 атаки. Ну, 12 атаки, да. У Виспа 0 армора, у Бэйна 4 армора. Просто Бэйн 1 на 1 на первом левеле Виспа вынесет вперед ногами. И вот с таким вот парнем, как Баунти Хантер, ну, в принципе, Бэйн даже сильнее, чем Баунти. У него на единичку армора меньше, при этом больше на 150 хп. Поставлен вард. Возможно, подбанил спаун. Да, вот этот вард, кажется, банит спаун. Не дадут НСу запуливать. И встречает маг. Я не знаю, встречает он крипов? Нет, скорее всего, он просто здесь заныкался. Да, уже ждут. Ага, вот так вот даже. И могут успеть сбить. Неужели видели? Да, вы посмотрите, как, а? Нашли. И успели сбить. И маг. Маг банит большой спаун, а маленький все-таки появляется. Но маг все равно будет гоняться за виспом, потому что висп это наиболее лакомый кусочек. Смотрите, ждет уже здесь Рубик. Ой-ой-ой, какие агрессивные имперцы. Так, ну что, висп. О, НС отвел одного гребца. Здесь объясню сейчас попозже, как это все делается. Да или пока, если у нас тут экшена не будет. Рубик стоит, видимо, ждет бутылку, я не знаю. Скорее всего так, Нигма фармит в лесу. Так вот, как же это все делается? В момент, когда по вам стреляет рейнджовый крип, вы жмакаете тизер. И скорость вашего передвижения практически равна скорости полета выстрела. Тем самым вы можете отпулить. Ну вот видите, это не так-то просто, как кажется. На самом деле это очень непросто. И даже на профессиональном уровне это получается не каждый раз. Это фиксили специально, чтобы это было делать сложно. Раньше, где-то месяцев 8 назад, отвести на мид можно было любым вообще калекой. Просто нажимаешь и отводишь на мид. Все. И отводишь с этого спауна. Отводишь чуть ли не с этого спауна. Везде можно было отводить, но сейчас нет. Посмотрите, НС смог отвести еще двух крипцов. И вот она, Кура. Ну, вот сейчас момент истины. Апнут или не апнут? Смотрим на деньги. Нет, не апнут. И это минус Кура будет. Ванскор ждал ее здесь минуту. Красавчик. Красавчик. Даже не минуту, он две ее ждал. Ошибка от Virtus.pro. Да, это хорошая игра от Ванскора. Но никогда нельзя вести Куру не апнутую. Это ошибка, за которую не так часто наказывают. Но если вы там включите те же записи финалов International, Кура вот, вот здесь вот... Или вот здесь вот, она уже начинает взлетать. Арзар тем временем ловит замедление. Да, тут еще и Рубик. Это ФБ на смайле. ФБ забирает ванскор. Итого, ванскор забрал Куру за 175 монет. И забрал сейчас еще и ФБ на Дарксире за 400 монет. У ванскора просто все замечательно. Ну, по левелу не так хорошо. И Лост умирает на миде. Да, очень здорово его скандал здесь зажег. Я, честно говоря, даже не понял как. Ну, потому что банки у скандала вроде бы не было. Просто на ровном месте его взял, выжег. И не смогли дотянуться еще до скандала. Ну, в общем, пока что у ВП все как в том известном анекдоте про Virtus.pro, которые не смогли. Если вы хотите его послушать, откройте любую игру за последний, там, месяц, я не знаю. Маг. Маг получает потихонечку экспу, качается. У года пока что все достаточно неплохо. Вскоре появится Кура. Куру сразу же нужно будет апнуть вот этому товарищу. Ну, либо вот этому товарищу, в принципе, неважно. Любому из них. Дарксир. Дарксир, что интересно, качается не в лесу, Дарксир качается на чужой линии, мешая фармить лайфстиллеру, мешая вообще всем. Смотрим на крипстат и видим, что у года все отлично, у Энигмы также хорошо, лайфстиллер 22, все-таки чуть-чуть ему Дарксир мешает. Бетрайдер 17, Хаос 11, ну так. Напали на мага, просветка, брейнсап и год. Год забирает Баунти Хантера. Хорошо. Хорошо сыграл здесь Год.
Да, ну вот год. Ну, я знаю, я не знаю точно про вообще команду, про кто как играет. Я знаю, что год тренируется много. Он все время на стримах Санты, он все время где-то играет. И вообще, в последнее время, если вы следили за АВП, то достаточно неплохо у него дела были, даже в том составе. Что у нас у Ванскору? Ванскор взял третий левел, видимо, фармит себе сразу аркан. Ну а что, если такое неплохое начало, уже апнутая кура, все неплохо. 4.50 лайфстиллер приносит Мидас. Хороший тайминг. Пошел сразу, идет в лес. Нет, в лес ему не зайти, там просто нету крипов. Но зайти-то он сможет, убить там некого. Что у Виспа? У Виспа четвертый, на пятой минуте. Да, на самом деле, какое бы ни было здесь начало, у Виспа все неплохо, потому что он уже четвертого левела, учитывая, что он практически не воровал экспу с мида. Ну, Хаос пятый, но пятый он потом, и Бетрайдер шестой, только потому что Бетрайдер его разок убил. В остальном здесь НС наотводил себе действительно неплохо экспы. Что у Энигмы? Энигма телепортируется вниз, минус вышка, баунти, денает, можно цеплять ван... Виджастика, Виджастик умрет. А может умереть еще и он. Неужели там хоста? Да, хоста и год тоже умрет, вчетвером. Дабл килл делает баунти хантер, и у баунти хантера становится почти пятый левел. Еще и вышку он заденаил. Очень здорово стянулись вниз сейчас. Ну что, тем временем на миде пятый Хаос Найт и НС, НС у которого пятый с половиной. Но минуты до десятой Висп вряд ли получит себе шестой. 4-1 в пользу Империи. Да, тяжело. Опять у ВП идет все тяжело. Так, наверх телепортируется Год. Неужели убьет Сайлента? Да, убивает Сайлента. Поймал его здесь Год, очень Сайлент. Самонадеянно сыграл, буквально. Ну, успей он заюзать рейдж, было бы повеселее. Но он не успел ни заюзать ни рейдж, ничего, абсолютно. Есть инвиз у скандала, нападать на него без просветок бессмысленно. Неужели все-таки попробуют? Здесь еще и Бейн рядом. Нет, просто аккуратненько выходит НС. Арзард. Что у Арзарда? 16 крипов на 7-й минуте. Не так уж много для Дарксира и 5-й левел. Ну, так, с горем пополам, скажем, Дарксир переживает это все. Начало игры. Готовы к тому, что на скандала будут нападать. Посмотрите, просто вот ждут. И Рубик здесь, и Энигма выходит. Но Virtus.pro особо вроде не планирует нападать. Как-то так они очень осторожно здесь действуют. Фармит Висп, почти пятый. Так, а вот здесь вот уже может быть атака. Бетрайдер активирует инвиз, пошли наверх. Я не совсем понимаю, куда вообще идут Empire. Ну, может быть, они решили подпушить верхнюю линию. Баунти есть уже фейзы, правда, нету вообще никаких хилов. Нужно ему не подставляться. Шестой, Хаос. Ну, Хаос, понятное дело, будет играть без ульта через первый, второй. Да, ждут наверху, что будет какая-то атака. Ну, Висп еще не шестой. Саппорты вообще снизу. Я не совсем понимаю этот мув Empire. Неужели ВП сюда придут? Нет, ВП даже не думают сюда приходить. Да и вышку Empire не пушит. Что там ВП вообще делает? В общем, очень странно. И вообще Бетрайдер уже летает минуты две, такое ощущение. Ну, сейчас что-то, во что-то это должно вылиться. Увидел баунти двух игроков команды Virtus.pro. Да, есть инфа, есть хоста, и сейчас будут нападать, скорее всего. Но Лост отходит, видели игроки команды Virtus.pro вот на этом варде, видели Бетрайдера. Полетел Бетрайдер. Хватает Хаоса. НС, тизер, Хаос, стан, поднимают его в воздух, не успевает отстанется и умирает Light of Heaven. Ну, в принципе, все здесь про... Сделали очень грамотно игроки команды Empire, их видели, но Бетрайдер на хосте просто залетел. Лост мог бы ему просто отвесить стан под вышкой. Ну, странно, короче, тоже. Бетрайдер к 10 минуте, скорее всего, будет иметь даггер. У Энигмы мекки нету, потому что очень много разных действий интересных. Да, отличный вообще слип, но нету хаоса, нету никого, и
Enigma зачем-то еще и делает ТП. Ну, боялась, что, видимо, Хаос Найт здесь будет рядом. Ну, нет, Хаос Найт даже рядышком и нет. Хаос Найт имеет ПТ-шку на 10-й минуте. Что у Лайфстиллера? У Лайфстиллера мида с фейзы. Ну, Лайфстиллер быстро сейчас будет расти. Год приносит себе нул талисман. Тоже у него не густо. Ну и вообще по крипам пока что Лайфстиллер идет очень бодро. Все остальные так, довольно-таки скромно. Ну и пошел ганг. Виз почти шестой. Но идет, тем не менее, ганг какой-то. Сейчас спалят. Да, палят баунти. Ну и очень долго думал НС. Ставит в итоге поздно сентряк. Ну там вообще на самом деле надо было действовать очень быстро и наугад. То есть вот он спал с них смоук, пошла просветка. Это, судя по всему, еще и просветка от года, но баунти ничего не видит. Баунти еще и в инвизе. Ну, в смысле, ничем не попали по баунти хантеру. Есть щиток у Дарксира, что у Энигмы. У Энигмы вообще мекой-то и не пахнет. Неужели он не будет собирать меку? Да нет, он купит меку. Такой хороший артефакт, 1300, может быть, просто чуть попозже. Баунти все абсолютно здесь ситуацию палит, видит, что Шторм фармит лес. Да, ну Шторм просто уходит на базу. Висп тем временем забирает шестой. Шестой левел у Виспа, на легкую линию перемещается лос. 2-5 у нас по фрагам. Преимущество у Empire 4000, ну, 3 фрага плюс Enigma, которая фармила лес. В принципе, вот оно и преимущество. Можно по нетворсу посмотреть, вот просто 2800 Enigma и Висп, у которого ничего. Ну, правильнее сказать, Бейн, у которого ничего, потому что Висп с Рубиком-то на самом деле где-то на одной волне. Вон скоро как-то тоже, ему бы, конечно, подфармиться. Бейн динает вышку. И пошел врыв. Хороший блэк-холл в двоих. Но Шторм влетает в Энигму. Цепляют Хаос Найта. Пошла стенка. Бьют Хаос. Хаос успевает отстанется. Умирают Хаос Найт. Скандалу очень больно. Скандал умрет. Минус скандал. Даблкил от Шторма. Арзард бежит дальше. У Арзард еще очень далеко до меки. Хотят идти за Рубиком. Видят Рубика. Есть ульта у Вейна. Ловят Рубика. Это минус Рубик. Трипл килл от года. Да, здесь год, конечно, разгулялся. И в итоге Шторму отдают трипл килл. У Шторма сразу все становится очень-очень неплохо. Баунти мы видим. Ну, Баунти, наверное, не решится здесь напасть. Хотя... Бейн-то битый. Бейна можно. Один удар и сюрикен. Ой, вакуум не попадает. И просто сюрикена убивает Баунти Хантер. Бейна все очень грамотно делает флай. Да, у Virtus.pro, несмотря на этот вот фраг, есть огромная проблема. Этот нераскачанный Хаос Найт. Лайфстиллер же в драках пока что не участвует, но у него уже есть армлеты. Просто посмотрите на нетворс. 1600 нетворс Хаос Найта и 7000 нетворс Сайлента на Лайфстиллере. Возможно, лучше было бы все-таки поставить соло мид Шторма. Ну, потому что Хаосу было очень тяжело фармить как-то на миде. Висп отводил... Ну, Висп что-то еще отводил, на самом деле. Если бы Висп не отводил, там Хаоса вообще разорвали. Да Хаоса и так, в принципе, разорвали. Бэтрайдер купил смок, ну и сейчас Бэтрайдер будет летать. Нет, Сайлент очень мощный. Конечно, не имеет смысла вообще сравнивать как-то двух кэрри, когда у одного 1600, а у другого 7, в 7 раз больше. Что за лол? Смоук летит в Виспу. Ну, только за счет релокейта что-то пытаться здесь придумать. Но, в принципе, контроля карты у Virtus.pro никакого нету. И кого-то им находить достаточно тяжело. Есть Баунти, который все замечательно контролирует. У Баунти, кстати говоря, барабанчики. Вот уже почти готовы. Дарксир должен вынести меку примерно одновременно с Энигмой. Да, мы видим, что так и есть. У них даже одинаковый нетворс. Но, в принципе, Арзард свою функцию выполняет здесь. Вот... Проблема только в кэрри. Но она достаточно большая, потому что, посмотрите, соло-мидеры поровну идут, хардлайнеры, ну, формальные поровну. Ну, саппорт, да, Энигма нафармила больше, но это неудивительно. Энигма лесник очень сильный. У Virtus.pro лесника не было. Ну и Хаос 1800. Это беда, печаль. Ванскор видит инвиз, но не хочет его брать, боится спалить этот смоук. И сейчас будет атака на Гулю. Есть ульт Лайфстиль. О, есть ульт Бейна.
В принципе, Гулю можно убить. Но нужно сделать это очень быстро, потому что если успеют помочь... Смотрим. Вы посмотрите, что делает Сайлент. Просто как он вовремя уходит. Даже если бы ВП побежали сюда, они сюда даже не побежали. Он уже отступил. Видит, что на карте никого нету. И вот сейчас он понимает, что сделал все абсолютно правильно. Ну, шикарно. Арчит будет фармить шторм, это очень хороший артефакт против лайфстиллера. И Virtus.pro выходит в пуш верхней вышки, одновременно с этим пушит Empire нижнюю. Fortification, Empire сейчас тоже юзанут Fortification. Может быть, будет драка какая-то? Нет. Как-то очень мало урона вносит Empire, очень странно на самом деле, хотя вроде у них было куча идолонов. Ну, в общем, неважно, в любом случае вышки падают практически одновременно. И это... Мека есть у Enigma, мека есть у Дарксира. Дарксир 9, есть у него стенка, второй вакуум. Ну вот, конечно, Enigma уже на этом левеле, в принципе, все необходимое для данной стадии игры имеет. А Дарксиру еще нужно пару левелов, чтобы докачать вакуум, и по-хорошему 3, чтобы 2 вбить в вакуум и 1 еще в стенку. Расходятся команды. Как осторожно действуют все вообще. И Империя, и ВП. На матч, согласитесь, RockSkiz против Empire это не похоже, где у нас на 20-й минуте было там 50 киллов. Здесь пока что 13. Ну, по графикам вы просто все видите сами. И это вот это стояние, и можно, так сказать, ничего не делать, не, оно идет в пользу Empire. Почему? Ну, во-первых, это Midas. Во-вторых, у них просто фармит очень много лайфстиллер, а Хаос все-таки очень много передвигается по карте у ВП. Ну и, конечно, Enigma, которая тоже подфармливает в темпе. Хотя Рубик до сих пор очень слабый по артефактам, но это единственный герой без артефактов. У Бутрайдера наклевывается уже фурстав, у лайфстиллера там половину дизолятора, у Enigma... У Enigma что-то есть. Задел под БКБ будет. Ну и маг, маг, который контролирует карту с барабанами, фейзами и суби-маску еще взял себе, сейдж-маску. Не знаю зачем. Видит виспа. Разок ударил. Ну, виспа нету просветки и все, и маг уходит. Год. 20-я минута арчит. Это... Так себе. Ну, кстати говоря, год еще... Год как раз-таки из тех людей, кто что-то нафармил из ВП. Потому что у него 6000, он от лайфстиллера отстает на 3. Учитывая Midas и скорость, с которой лайфстиллер чистит леса, это не так плохо. Да, Баунти продолжает тут искать кого-то, видит шторма. Ну, просто дает разведку. На самом деле, вот кажется, что он ничего не делает. Но он дает разведку. В этот момент на Рошана выходят игроки команды Empire. Пока что сюда заходит одна лишь только Enigma. Но у Enigma есть такое свойство. Она может в одиночку закрепить Рошана. Если будет грамотно использовать своих идолонов. У ВП же нет никакого контроля карты. Вообще ливнул Арзард. Рейджквит. Ой-ой-ой. Не, ну, Empire, как бы, они вообще все правильно делают. Ну, у соперника Висп, Баунти поэтому контролирует карту, видит, что особо никто далеко не заходит, спокойненько фармит свои артефакты, а ВП как-то зажались очень сильно. Хотя вот по, ну, вот эти вот герои, Шторм и Висп, это как раз-таки герои вот 17-й минуты. Они должны сейчас убивать. Не, ну в лейте, понятное дело, что потенциал тоже есть у того же Хаоса. Он все-таки сильнее лайфстиллера за счет фантазма. Но это такое. Их... Он сильнее, если у них по 6 слотов, если у него есть ульта, и... Если они именно дерутся один на один. Ну когда у лайфстиллера, извините, у меня 9400, а у Хаоса 3. Это...
Что-то странное. Ну и мы бы хотя бы 11-й теперь взять, чтобы были иллюзии, потому что с первым ультом-то вообще куда-то ломиться. Да, лайфстиллер сейчас еще и Аеги заберет. Гуль просто неубиваемый. 13-й левел. Вы просто посмотрите на этот левел. На 2 левела старше Бэтрайдера, на 3 левела старше Шторма. По нетворсу Сайлент здесь должен выигрывать. Сейчас Империи самое главное, глупо куда-то не наломиться и не слить свое преимущество, которое у них просто огромное. Наломиться и слиться можно всегда. Есть Дарксир здесь, есть все-таки контра какая-никакая лайфстиллеру. Тот же Хаос там может пару раз критануть, но правда пока он не может критануть, у него нет крита. Ну, я думаю, общий смысл понятен. Баунти. Баунти кого-то бежит встречать. Видит Бэйна. Ну, Бэйна можно хватать. Да, хватает Бэйна. Спокойно его убивают. ВП, в принципе, даже не пытаются помочь. Ну, а зачем? Зачем помогать Бэйну, который уже в таверне? Очень странно то, что Лост остается наверху, а Висп уже снизу. Это очень странно. Но... логика, в принципе, у Лоста верная, ему нужно фармить. Ему нужно фармить, фармить и фармить. Ему нужно фармить, я не знаю, что вообще. БКБ у него должно быть уже, по-хорошему. И какой-то еще там задел под Кирасу, наверное, либо Тараску. Ну, против лайфстиллера все-таки Тараск. Рубик украл брейнсап. 8-й левел. Ну, у Ванскора, да, по артам у него все еще печально. Ну, появился брассерок. О, вот это уже хорошо, арканы. Ну, все, теперь у него ничего не печально, потому что теперь у него все шикарно. Энигма раскастовывается, Варзарта. Ну, это так, попугать. В принципе, у Варзарта уже есть госкипетр. Лайфстиллер забирает виспа где-то на миде. Вообще соло. Уже просто... начинается какой-то неистовый экшен. Нападают на Бэтрайдера. Отличный блэкхол. Затягивают шторма. Больно шторму. Энигме тут же сбивают блэкхол. Бэйн, Сурж. Бэйн. Убивают Баунти Хантер. Лайфстиллера бить просто бесполезно. У него есть Аегис. Баш проходит. Ой-ой-ой. И сейчас будет телекинез. Второй баш проходит. Госкипетр очень вовремя. И Арзарт умирает. Да, какие два баша от Сайлента. Ну, это, знаете, просто еще и проперло очень дико сейчас имперцам. У них и так все было хорошо, но еще их заперло на вот эти два баша. И в ситуации, в которой они выигрывали, превратилась в ситуацию, в которой они просто там в клочки разодрали. Бэтрайдер вытягивает Хаоса. Висп, релокейт. Не успевает, потому что Ванскор ему сбивает релокейт. Как здорово действует Эмпайр. Это та самая штука, которую используют сейчас Speed Gaming очень часто. Они берут виспа, и когда Бэтрайдер атакует их героя с помощью лассо, висп притягивается к нему и телепортирует героя, ну, буквально там на фонтан, либо куда-то в ту же драку, но он уже не в лассо. Но здесь Ванскор успел среагировать и поднять виспа. Это действительно очень круто. В принципе... выводы уже напрашиваются сами собой. Все плохо у ВП. У Empire все отлично. Сейчас будет супер башер. Минус последняя вышка, и будут они эту игру заканчивать. Попытка в смоках от ВП сейчас будет куда-то напасть. Ну, Хаос абсолютно голый, конечно. У него арты, в принципе, такие же, как у лайфстиллера. Только нету супер башера. Мидас и Аегиса. А все остальное примерно той же стоимости. Это такой уже троллинг. Короче говоря, мем под названием Virtus.pro, он продолжается. Я уже, знаете, как бы, как может быть Батхёрт, если уже то место, которое должно гореть, оно уже просто выжжено, его просто нету. Напали на Энигму. Она такая жирная. Или, вернее сказать, у Хаоса вообще ничего нет. Его хватают, под Малифайсом, Миднайт Пульсом, Висп. Успевает его стелепортировать. Куда? Домой. Хорошо, отхилится. Тем временем Бэйна убивает Баунти Хантер. Возвращается Висп, но, скорее всего, один, вряд ли он с Хаосом вернется. Ну да, потому что... это верная смерть. И это 15-6.
5-1 у года. 5-1. Год просто говорит, с кем я играю? Что за фидеры в команде? Я там вообще божу, у меня 5-1, а что там? Ну, хаос, конечно, да. Хаос не зашел. Нетворс ниже, чем у Рубика. Нетворс у Ласта ниже, чем у пятой. Нетворс первой позиции ниже, чем Нетворс пятой. Это просто фаталити. Финиш хим. Хватают Арзарта, он не успевает ничего нажать. Но тут уже такой урон у Гули. 200 урона. 16-6. Да, у НС бомбит все-таки, видимо. Ну, если нет, то я очень удивлен. Ух ты, развел. Поймали Гулю. Своровал Финсгрип. Блэкхолл. Все в Ласта, просто все. Блэкхолл, Финсгрип, туда же. Нет, Финсгрип в года. Минус год, это ГГ. Фловлис Виктори. Ждем вторую игру. Если у кого-то есть дома подорожник, можете приложить его пока. Но это было, блин, ужасно. Я могу быть толерантным, а я могу сказать правду. Это было ужасно. Вообще хуже. Можно было надеяться, что все будет плохо, а можно было надеяться, что все будет вот так вот. Но отметим отличные действия Империи. В принципе, они взяли и просто убили Virtus.pro. Хотя... Но они грамотно реализовали прежде всего свой пик. Там понятное дело, что когда ты вот так вот убиваешь хаоса, тут уже особо-то и выигрывать игру не надо, все и так хорошо.